привет, а вы что тут делаете? Ладно, шучу, всем привет, вы на канале CryptoCommons, с вами Гриня. Посмотрите, где мы находимся. Это просто сногсшибательный какой-то вид за моей спиной. Это Патагония. Ребята, это Патагония. Мы недалеко от Барилочи, Аргентина. Вот там вот Барилочи виднеется, мы оттуда уже уехали. За моей спиной вон какие-то озера, коровки, лошадки пасутся. С той стороны трассы тоже вон какие горы. Видите, вообще огромнейшие просто разливаются на километры от нас пейзажи красивые. И вот так вот что-то я решил остановиться, посмотреть быстро на эти прекрасные виды. Но заодно, может, и на графики тоже глянуть. Потому что в первую очередь-то вы смотрите наш канал и подписаны на него, я надеюсь. Потому что вам интересно, что происходит с биткоином, да, с эфиром, с другими криптовалютами. Вот. И сейчас мы об этом поговорим обязательно с вами. Просто хотел показать вам вначале этот прекрасный вид. Вот, и на самом деле я сейчас не знаю откуда, я где-то с заправки, видимо, выйду в эфир или этот видос запишу, так что ставьте лайк, если вам заходит, и погнали по хлопку, собственно, телепортируемся на графике. И вуаля, смотрите, я уже в уютном гостиничном номере, ребята, мы снова находимся в провинции Санта-Роса, за моей спиной замечательная одноэтажная Аргентина. Но мы с вами, конечно же, про рынок, про сделки. Давайте посмотрим, поговорим быстренько, что тут происходит у нас такого интересненького на экране. Сейчас я сахар в кофе перемешаю. А вы пока можете поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны, и учесть один очень интересный момент, ребята. Я даже капюшон надену, чтобы у меня был более такой гангстерский видон. Смотрите, что вы должны учесть, ребята. Что, точнее, что это слишком по-москальски. Что вы должны учесть, ребята. Значит, учесть вы должны следующий момент, что не просто все отскакивает, exactly as predicted, и все сделки в плюсе, а то, что, ребята, наконец-то свершилось. Биржа Gate запускает со времен WSOT на Bybit, если вы помните, такой самый крупнейший масштабное вообще трейдерское соревнование за всю историю человечества. И сейчас, чтобы вы понимали, идет ранняя регистрация. Всего 3 дня на нее дано, вот уже 2,5 дня осталось. Все, кто пройдут раннюю регистрацию, успеют попасть в первые ряды, получат по 50 USDT бонусом сразу же на торговый счет. Это первое. А второе, что наконец-то, вот вы меня спрашивали, Гриня, мы не можем зарегаться в твоем турнире, мы давно уже на гейт. Вот это состязание для всех. Абсолютно для всех. Старых пользователей биржи, новых пользователей биржи, средних пользователей биржи. Вообще для всех. Поэтому, ребята, что я сделал? Я только что создал команду CryptoCommons. И если вы подписаны там в телегу, то вы сейчас узнаете об этом первым, потому что я пишу туда. Вот, создал команду Profitroli на грандиозном состязании на бирже Gate. Вступить может каждый по этой ссылке. Добавляйтесь на раннюю регистрацию и получайте бонусом 50 USDT. Все, кинул к нам в чатик, закрепил. Ребята, если вы еще не добавлены к нам в Telegram, то срочно исправьте эту ошибку. Ссылочка в описании, QR-код вы видите на экране. Ну а теперь давайте перейдем все-таки к графикам. Что мы здесь видим? TRDR давайте глянем, это наш верный слуга и помощник. TRDR 15 минут. Ну что, смотрите, кто не в курсе за TRDR, кстати, да, это... Ребят, в комментариях объясните за TRDR, а то сейчас опять целое видео получится про TRDR. Это самый, вообще, самый-самый полезный крипто-скринер и индикатор, на мой взгляд. Он показывает реально всю инфу со стаканов всех спотовых бирж. Вот мы видим, что по 54 откупают железобетон, вот здесь вот. Собственно, мы и видим, что ниже не ушла цена. Ну, на секунду опустилась, там на 53 800, и отскочила. Потому что вот здесь бетонные стенки. И, соответственно, на продажу такие стенки, ну, выше 60 стоят теперь, выше 61 даже. Так что, смотрите, по 15 минутке на самом деле, вот здесь-то и был сигнал, что это локальное сопротивление. Видите, кто торгует по 15 минутке TRDR, я всех поздравляю, вы тут частично разгрузились или вышли. Я, в принципе, и без этого сигнала частично разгрузился, когда увидел такой неплохой отскок от наших точек входа, понимаете? Но я разгрузился на меньшую часть, потому что я жду похода гораздо выше. Я думаю, что это все будет сейчас W с закрытием этого падения. А вот потом, когда мы вернемся в зону вот этой последней проторговки,
Вот там уже будем смотреть. Там, скорее всего, мы какую-то реакцию, консолидацию как минимум увидим в этой, ну вот в зоне, я говорю, 61-64 тысячи. Я думаю, что вот там, вероятно, мы еще потусуемся какое-то время. Но, опять же, это не точно, будем смотреть. Эфир к доллару показывает все то же самое, кроме того, что здесь на 15-минутке не было никакого продавца, посмотрите. И также мы, помните, говорили о зоне средних значений с вами, только по эфиру это был нисходящий канал. И обратите внимание, вот мы в него сейчас и вернулись. Мы в него сейчас и возвращаемся. И... возможно, что сейчас идем на ретест его дна в районе 3040 баксов по эфиру, а потом куда-нибудь к средней границе в районе 3180-3200 или даже к верхней в районе 3300. Напишите в комментариях свой вариант, как вы думаете, по эфиру закроем ли мы это W и пойдем дальше, самое главное, или нет, или здесь потусуемся и дальше вниз. Напишите реально свои ожидания по рынку до конца этого лета, а не бычьи или медвежьи на ближайшие 2 месяца. Вот, ну а теперь переместимся на биржу. Собственно, еще раз вам говорю, что на бирже Gate сейчас идет соревнование. Вы можете перейти по ссылке, да и тоже можете, вы нужите, да, вы должны перейти по ссылке, зарегаться и перевести туда часть средств со своего Bybit, Binance или где вы там торгуете. Потому что это самое лучшее время, смотрите, вин-вин. Во-первых, Bybit'ом одним сыт не будешь и Binance'ом. И Bybit уже начинает закручивать гайки в стиле Binance'а. Пока еще не так сильно, но, естественно, поскольку они большая топовая биржа, их будут просить соблюдать требования регуляции, санкций ЕС там, и так далее. Вот. Gate пока же этого вроде не собирается делать. При этом биржа в топах, понимаете, уже больше 10 лет на рынке, что самое важное, не соскамилась. Более того, входит в топ-5, в топ-7 там, по объему торгов. Миллион монет как на споте, так и на фьючерсах. Так что... функционал просто супер. В чем-то даже функционал, чтобы вы понимали, с Binance тягается на ура. Причем Bybit не везде. В Bybit есть свои там места. Ну, например, когда надо перевести средства с одного счета на другой, вы замечали, что на Bybit нету вот этой кнопки «Поменять счет здесь». Вам надо идти в кошелек, заходить в другой счет. Короче, есть свои неудобства. Вот, теперь по поводу трейдов. Аудио, мой любимый проект. Если вы не в курсе, аудио – это крипто SoundCloud. И у нас на нем, кстати, тоже есть страничка музыкальная. Перепродан ниже плинтуса. Просто перепродан ниже плинтуса. Вот смотрите. Открываем. Это на TradingView сейчас глянем. Блин, я в гостинице, тут интернет хромой. Вот. Кстати говоря, открыли TradingView, сразу видим биткоин. Посмотрите, еще раз вернувшись к биткоину, ненадолго. Четвертый халвинг. Цена упала с момента халвинга уже на, понимаете, там... на 12-13%. И то непонятно, где был конкретный момент халвинга, может, он был и здесь. На все 15 уже, будем считать, упало. И находит абсолютно нормальную поддержку на сеточке EMA Ribbon потенциально. На какой из этих струнок мы найдем поддержку, точно сказать нельзя, но... смотрите, тут мы чуть-чуть уходили ниже. Тут мы, наоборот, чуть-чуть не дошли. Но в целом, как вы можете видеть, с тех пор, как тренд развернулся, да, и тренд is your friend, все-таки эта штука выступает в основном как поддержка. Это сеточка EMA Ribbon. Кто не знает, это бесплатный, замечательный индикатор совершенно. Он называется вот так, на TradingView он есть и работает как часы. Поэтому, на мой взгляд, прекрасно выглядит биток. Еще раз говорю, даже если нас сейчас ливанут еще ниже, куда-нибудь на 48, да я только рад буду. Там как раз и будет ультимативное дно по этой сети. Поэтому, слушайте, еще раз говорю, тут вопрос горизонтов ваших таймфреймов. Если вы готовы ждать и докупать, и выходить в плюс, то вы будете в плюсе. Если вам нужно завтра срубить иксов, то вы будете не то что в минусе, вы просто все потеряете. Это просто факт. Итак, аудио, про которое я вам говорил. Ребята, проект лежит не то что на дне, проект лежит под дном. Вот мы рисовали по нему вот такую чеширскую улыбку. Потому что, как иначе-то, посмотрите, проект прекрасный. В отличие от большинства щиткоинов, имеет не только white paper или его отсутствие, и хорошую идею, или не очень хорошую, а рабочий реализованный проект уже есть, который с огромной пользовательской базой, как я вам уже сказал, Crypto SoundCloud. Здесь много, очень много новой музыки появляется. Каждый день я вижу, что-то предлагает. Классно, кстати, работает их нейронка, которая подсовывает музло. Вот наша музыка здесь тоже есть. Кстати, обязательно зацените, если вы еще не слышали. Тут есть и мои диджей-сеты разные, и недавно у нас вышел альбом Away, можно его тоже послушать. Короче, это прекрасный абсолютно сервис. На прошлой бычке он стоил 5 баксов, сейчас он стоит 12 центов. Надо что-то дальше еще объяснять или нет? Есть ли риски? Конечно, есть риски. Риски есть, что вы из дома выйдете, вам сосулька на голову упадет, всегда есть риски. Поэтому, кто не рискует, тот не рубит профит. Вот, собственно, это первый мой трейд, я его открыл позавчера, по-моему, я не помню, вчера весь день в дороге был,
Вот, писал об этом тоже в телеге. Разгрузил уже часть. В принципе, знаете, что я вам хочу сказать? При всей моей любви к аудио, я бы еще часть разгрузил, потому что у меня ликвид сейчас, знаете где? У меня ликвид сейчас вот здесь, а это неправильно. Ликвид – это цена ликвидации. Это там, где меня смоет, если цена пойдет против меня. Если он сейчас вот так сделает, то меня ликвиднет. Поэтому я на самом деле разгружу еще 10 тысяч контрактов лимиточкой по 12.78. Заберу свои $50. А как вы хотите? Торговать в плюс – это большое искусство. Торговать в минус легко. Хотите, научу за это. За 5 минут. А в плюс попробую. Это вам надо все время откусывать по чуть-чуть. Вот у меня по дэшу, смотрите, 200% уже трейд. Всем хейтерам дэш посвящается. Сейчас в чат кину. Кстати, добавляйтесь к нам в чат, если вы еще не добавлены. Только там надо пройти на входе капчу бота, ребята. Ну, проявите, если у вас IQ хотя бы 3, а еще лучше 7, то вы пройдете точно. То есть, ну, реально не проходит, только, ну... Я хотел постучать сейчас по столу, но не буду... так делать. И не буду объяснять почему. Просто мозги включите, пожалуйста, ребята. И ответьте боту всего на один вопрос, что вы человек. И все. И никто вас не забанит. Вот. Ну и соблюдайте правила чата, конечно, тоже их читать обязательно. Так. Вот. Поэтому, да, Dash, на мой взгляд, что я еще не сказал по нему, да? И лимитка еще не отработала. Поэтому Dash тоже, конечно же, лонгуем. Ребята, у них выходит Evolution Platform. Которые ждали, вот уже 3 года их пилили, по 200 откупали дэш, давайте откроем. Как работает психология хомяка, смотрите, по 200 откупали дэш, по 120 откупали, по 300 кто-то откупал, откупали, вот здесь, по 90 откупали, это же все было дно. Дно, да, я от своих слов-то не отказываюсь, это все было и есть дно. Значит, сейчас мы под дном находимся, для кого-то на 10 иксов под дном. И рисуем дополнительное W. Вот, это уже большое W, а это часть его, а это медвежья ловушка внутри большого W, понимаете, с маленькой W. Это супер крутые фракталы. И, чуваки, кто по 200 инвестировал, кричал, что Dash, платформ, Evolution, это разрыв и так далее. И что вы сейчас по 20 распродали и говорите, фуф, не надо мне это дерьмо, как тот чувак из того мема. Просто осознайте себя вот этим чуваком тогда, как бы вы, когда Dash стоил 200, вы смотрели, думали, эх, где я был в 15 году, можно было взять его по 20, да, сейчас он стоит 20, и вы говорите, я не покупаю это дерьмо. Дисклеймер, друзья, не финансовый совет, еще раз говорю, кто не рискует, тот потом не осваивает профитроли, я вам так скажу. Вот, поэтому смотрите, у меня тут стоят 4 ближние лимитки, это чисто спекулятивная история, то есть если мы немного отскочим, то я разгружу часть. Но в долгую я буду это держать, еще раз вам говорю, ну посмотрите, какие 30 там, ну как бы, Dash смотрит, ну, супер консервативно, это на 200, это даже если самый ярый медведь вам по нему сейчас скажет, что Dash отскочит, ну, минимум на 200, вот, а это как бы 10 иксов. Даже здесь он также отскакивал, посмотрите, даже здесь, понимаете, он отскочил до 0.23 фибы, как минимум, посмотрите, мы ждали от него до 0.618, да, в $1000, он этого не сделал, отскочил только на 500 до 0.23, но даже тут, но ведь он это сделал, потому что даже будучи в медвежьем рынке, актив все равно отскакивает. Теперь еще разочек, смотрим, вот теперь с локального хая такую же фибку сюда тянем, предположим, что это было дно. 0.23 фиба. 130 баксов, чуваки. 130 баксов это, ну, типа, из серии гадалки не ходи. Верняк вообще. Вот. А так-то 0.38 на самом деле, потому что уже более сильно отскок напрашивается. Это и будут те же самые 200 баксов. А вот там будем посмотреть на самом деле. Но все равно это 10 иксов по дэшу, ребят. Вот там уже нужно будет смотреть. Там уже не надо будет так яро бычить, на всякий случай, вдруг опять фрактал. Но вот если пробьем и будем через неделю 300-400, то Dash может и all-time high переписать. Вы знаете, в отличие от эфира, его не напечатали в 5 раз больше за эти 2 сезона. Его напечатали меньше, чем в 2 раза больше, как и битка. Короче, это фундаментал, который надо просто понимать. Вот, ну и по битку у меня здесь небольшой лонг набран, друзья, но это уже совсем другая история. И какие еще монеты лонговать или шортить, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие монеты вы бы рассмотрели к хеджевому шорту в данный момент. Потому что кто-то, кто по тренду вам скажет, вот, Dash и аудио, шорти против грини, будешь в плюсе. Оно же падает, падает, будет прав. Но кто торгует контртренд и забирает крышесносные иксы по итогам, тот меня поймет. Кто смотрит CryptoCommons, тот поставит лайк,
А кто еще нет, подпишется на канал, нажмет на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски, друзья. Будет жарко, будет очень интересно. Нас впереди ждет горячая крипто-осень. Я бы даже сказал крипто-весна больше, потому что на южном полушарии сейчас весна. Вот у нас сейчас зима, смотрите тут. Я только что сноубордил в Барилочи, сейчас еду обратно в Буэнос-Айрес. И крипто-весна нас ждет, ребята, по южному полушарию, я вам так скажу. Так что все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите Crypto Commons. Всем мир, любовь. И скоро увидимся. Пока. Добавляйтесь обязательно на гейт состязания. Там наконец-то могут участвовать все. А я поехал домой бриться. Наконец-то. Вот. Желаю вам, чтобы вас не побрили при этом. И все было ништяк и хорошо. Пока-пока. Скоро увидимся.